Беларусь, 1000 долларов в месяц. Россия, город Киров, 50 тысяч рублей. Я проживаю в Республике Беларусь, в городе Барановичи. Мой средний доход в компании Faberlic свыше 1000 долларов в месяц. Кыргызстан, город Бишкек, доход 60 тысяч сомов в месяц. А я живу в Беларуси, город Жодзи, среднемесячный доход около 2000 долларов, 4000 белорусских рублей. Беларусь, город Минск, 2000 рублей в месяц. Россия, город Краснодар, 87 тысяч рублей в месяц. Я проживаю в Республике Беларусь, в городе Полоцке, и мой доход составляет более 3000 белорусских рублей в месяц. Дина, Миска Корсун, Шевченковский, 15 тысяч гривен. Россия, город Анапа, 150 тысяч рублей в месяц. Я с Киргизии, город Бишкек, 63 тысячи сом в месяц. И bin aus Deutschland, ich komme in Bayern, Stadt Islandau an der Isar. Ich verdiene mit Paperclip online 1500 евро про монат. Живем мы в городе Краснодар. Наш доход составляет около 120 тысяч в месяц. Я из Казахстана, город Нур-Султан, ежемесячный доход 2 миллиона тенге. Я живу в Алтайском крае, город Рубцовск. Мой месячный доход в компании Faberlic составляет 27 тысяч рублей. Казахстан, Караганды, 200 мың тенге. Молдова, город Кишинев. Ежемесячный доход 18 тысяч лир. Россия, город Борисоглебск. Доход более 200 тысяч рублей ежемесячно. Всех понял, что Таджикистан. Россия, город Трёхгорный, 40 тысяч рублей в месяц. Я из Санкт-Петербурга. Мой ежемесячный доход 60 тысяч рублей. Таджикистан, Спитамен, Нурназар Самон. Место Днепро, Украина, 20 тысяч гривен. Россия, Камень-Наби, 50 тысяч рублей в месяц. Таджикистан, Монтов-Ясе, Олтамиксан. Я из Казахстана. Мой ежемесячный доход более 350 тысяч тенге. Россия, город Анапа, 30 тысяч рублей. Россия, город Канаш, 60 тысяч рублей в месяц. Мы из Таджикистана. Среднемесячная зарплата 40 тысяч сомов. Село Черниговка, Приморский край, Россия. Доход от 40 тысяч рублей в месяц. Я живу в городе Севастополь. Мой доход составляет около 50 тысяч рублей в месяц. Украина, место Львов. Доход 15 тысяч гривен. Россия, Оренбургская область, город Бузулук. Мой доход от 80 тысяч рублей в месяц. Украина, город Николаев, 25 тысяч гривен за месяц. Россия, город Пушкино, Московская область, 350 тысяч в месяц. Украина, город Черкассы, и это мой доход за 3 недели.